Терехтуст, Дугуберт Музикармастер. Добрый вечер, многоуважаемые и любимые нами любители музыки. Meilen väga hea meel ja suur rõõm näha teid sellesse suurepärases saalis. И мы действительно очень сильно рады встретиться с вами в этом замечательном зале. Laulame teile siis vaimulikku muusikat, mis on pärit Süüriast, Byzantist, Kreekast, Venemaalt ja nii edasi. И сегодня мы споем для вас концерт духовной музыки. Эта музыка пришла к нам из Сирии, эта музыка пришла к нам из Византии, эта музыка пришла к нам из Греции, эта музыка, конечно же, русских композиторов, болгарских и так далее, сербских. Нет, я от Буламист. Итак, давайте послушаем музыку. Достойно
Oh.
Oh.
Thank you.
Oh.
Чистого Бога,
Suure tänu teile, большое спасибо вам. И в заключение мы споем вам еще одно из песнопений. Это песнопение Богородицы Дева Радуйся из Всеношного Введения Сергея Рахманина. No see on juba kõige viimene lugu, nimega Palju aastaid, millega me soovime teile palju-palju ilusaid ja head aastaid teie elus. И последнее песнопение, которое мы вам споем, это наше пожелание вам. Называется оно «Многое лето». Этим песнопением мы желаем вам многих-многих, добрых-добрых и самых счастливых лет жизни. Thank you.